Атрибуты современного человека. Диплом престижного вуза, стремление к здоровому образу жизни, высокая конкурентоспособность и профессионализм, активная жизненная позиция. Всем вышеперечисленным в достаточном объеме обладают выпускники Белорусского государственного аграрного технического университета. У нас спрос примерно в 2-3 раза превышает наш выпуск. Ежегодно. История Белорусского аграрно-технического университета начинается в 1954 году. Сегодня подготовка специалистов для аграрно-промышленного комплекса осуществляется по 12 специальностям на 7 факультетах. Помимо этого, в университете успешно функционирует гуманитарно-экологический факультет общественных профессий, а также факультет довузовской подготовки и профессиональной ориентации. Сегодня в университете работают более 600 преподавателей. Из них 5 академиков и членов-корреспондентов Национальной академии наук Беларуси. 56 докторов наук, 274 кандидата наук. Качество образования в МГАТУ подтверждено многочисленными наградами и сертификатами. В МГАТУ присуждена премия правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Получить такую премию правительства из рук премьер-министра – это ко многому обязывает. Я думаю, что это стимул для нашей дальнейшей качественной работы. Мы поставили себе задачу существенным образом оптимизировать и учебную программную документацию, и в части сокращения сроков обучения, в части, и особенно в части усиления практической составляющей. У нас большие задачи по экспорту образовательных услуг, по развитию научных исследований. МГАТУ является популярным учебным заведением не только на территории Беларуси, но и на международной арене. За белорусским образованием молодежь приезжает из Ирана, Йемена, Ливана, Литвы, Непала, Нигерии, Норвегии, Туркмении, Китая, Индии, Мадагаскара, Турции, Шри-Ланки, Эфиопии и других государств. По программе академической мобильности в данный момент в МГАТУ обучаются студенты из Казахстанского университета. Мы приехали 2 месяца назад по программе «Академическая мобильность». Нам преподают самые лучшие учителя. Занятия у нас проходят с большим интересом. И получаем практические навыки, чтобы стать будущими специалистами. Особое внимание в МГАТУ уделяется научной деятельности. Наиболее значимой разработкой последних лет – это у нас технологии упрочнения деталей рабочих органов сельскохозяйственных почвообрабатывающих кормоуборочных машин. Здесь сочетается 3 технологии. Наша последняя разработанная технология и 2 ранее разработанные, то есть технология диффузионного намораживания и технология лазерной наплавки. Нами разработана гамма консервированных продуктов, в частности, для детского питания. Эти продукты изготавливаются на местном сырье, экологически безопасны. Лаборатория располагает современным аналитическим оборудованием. В сельском хозяйстве мы можем обслуживать следующие области, а именно животноводство, анализ кормов, растениеводство и овощеводство, испытание сельхозпродукции на качество, экология сельского хозяйства, анализ сточных вод, а также и другие тематики. По основным направлениям повышения квалификации, переподготовки кадров мы обучаем более 3000 слушателей в год. Практикоориентированный подход, мощная программа повышения квалификации, постоянная модернизация учебных программ, широкий спектр научной деятельности, комфортные условия для обучения и проживания студентов. Очевидно, что премия правительства за качество образовательных услуг стала для Белорусского государственного аграрного технического университета абсолютно заслуженной наградой.